Доброе утро. С вами доктор Влад. Ну, я говорю, я буду появляться в случайное время. Так, что в голову взбредет. Но у меня есть тут какие-то в папочке всякая фигня. Я вчера на ночь слушал Липсица. Не потому, что мне уж очень интересно, просто, ну, хотел сказать, мои собаки, но да. В свое время мои собаки уже привыкли, что я на ночь что-то у меня там бормочет из таблетки. Вот. Ну, вчера послушал тоже. Ну, что, ах, в России все гниет. Начало, главное, все гнить, коммунальные аварии. И я вдруг вспомнил. Я жил в Саратове. Ну, долго рассказывать, я там где-то рассказывал свою биографию. Родился я на Дальнем Востоке, потом Саратов, потом отца, он военный был, перевели в Ригу, и в 66-м году мы приехали опять в Саратов. И так получилось, ну, он военный, в отставке, дали нам квартиру. Квартира большая, по тем временам, 4 комнаты. Ну, у нас тоже толпа, отец, мать, мы с братом, бабушка. Я что хочу сказать? Вот новая, причем новостройка, пятиэтажка. Если кто-то знает Саратов, возле магазина «Дружба». Вот, если идти назад к железнодорожному вокзалу, там садик, вот мы как раз рядом с садиком. Это я для саратовцев. На 5-м этаже. И вот у нас воды бы не было с самого начала. Новостройка, не было воды. Ну как, она идет так понемножку, по капелькам днем, и купались мы в основном ночью. Ну, отец у меня мужик такой суровый. Кстати, я уже говорил, ему 22 апреля исполнилось бы 100 лет. Ну вот, он что сделал? Он жаловался. Потом нанял какую-то бригаду. В общем, они продолбили весь дом с 1 по 5 этаж, там, где вот эта труба идет. И он где-то достал эту трубу, новую поставил. Представляете, с 1 по 5 этаж водопроводную трубу, вот этот стояк. Ну, что я скажу, ну, получше стало, просто получше. У меня тогда, вот когда мы жили там на Слоново, было любимое ругательство. Запускаем ракеты в космос, а с водой ничего не можем сделать. Это было, ну, 71-72 год, наверное. Прикиньте. 50 лет назад, больше, уже тогда это все было в дерьме. Это бы ладно. Вот я здесь сейчас живу, американский дом, да. Ну, правда, я вам говорил, что это дача. Ну, я вам говорил уже насчет воды. Это Америка. Вода страшная, вода ржавая вся. У меня, я сейчас пошел цветы поливать. Нифига не растут, гниют от этой воды. Даже герань вроде бы такая она, ну, неприхотливая геранька у меня. Сохнет, гниет. Традесканская, ну, тоже, знаете, бабья сплетня такая. Развесистая. Она, я когда работал в психбольнице, у нас на стенке просто были, ну, как сказать, баночки из-под пенициллина, и там торчала эта традесканция. Она росла. Это творчество душевнобольных. Они сделали этот стенд, как бы ухаживали просто в воде. А у меня она просто в воде гниет. Вот такая вода здесь. Это Америка, ребята. Ну, еще раз начал говорить насчет Америки, где-то здесь проскочило, что готовится Трампа якобы посадить в тюрьму. А как насчет той половины Америки, которая за него голосовала, которая за него задницы рвала, которая там на Конгресс лезла, чтобы захватить, чтобы Трампа посадить царем? Это как? Непонятно. Ладно. Ну, давайте новости, хреновости. Так, фашисты целенаправленно нанесли удар ракетами С-300 по жилому комплексу в Шевченковском районе. Да.
насчет погибших, раненых, ничего. Так, после чудовищного взрыва возник гигантский пожар в районе Рязанского нефтезавода. Возможно, БПЛА, но беспилотник, возможно, партизаны. Что-то взрыв, гигантский пожар. Так, патриарх Кирилл запретил служение священника, который отпевал Навального. Американская компания представила нового робота-солдата-огнемета. Он сделан в виде собаки, и изо рта у нее, ну как бы, изо рта огонь, который может стрелять из огнемета в течение 45 минут. Чем занимаются ученые, а? Ну, ученые, конечно, деньги на это тратят, чтобы сделать новое оружие. Я вчера еще разозлился насчет космоса, что-то вспомнил, пускают ракеты, опять же, с насморком до сих пор не могут справиться. И насчет диабета я с кем-то тут говорил, что люди с диабетом живут сколько угодно. Просто, ну, здесь поддерживают очень хорошо. Я знаю, о чем говорил Татьяна, диабета, она, ну, нормально себя чувствует. Вот, и... А у животных до сих пор, видите, максимум, что дают, 2 года. Вот, 2 года с этим инсулином собачьим. Ну вот, Мишка продержался 1 год и месяц. Я нисколько не жалею, что я его колол весь этот 1 год и месяц, подарил ему жизнь. А ученые занимаются разработками нового оружия. Так, задержанный заместитель, я вчера еще вам говорил, министр обороны РФ Тимур Иванов его зовут. Это заместитель, непосредственный заместитель Шойгу. Признался, что работал на Главное управление разведки Украины. Вчера ему вменяли 1 000 000 рублей взятку, а сейчас он уже на ГРУ работал, на украинское. Тимур Иванов. Да. Так, в России создали хлеб с добавлением мух. В России начали печь хлеб из мух. Об этом сообщается на канале инновационного центра Сколково. Ну, это вместо изюма будут мух добавлять. Знаете, хлеб с изюмом, да? Правительство спрогнозировало рост доллара выше 100 рублей и потерю почти 100 миллиардов доходов от экспорта. Более 16 миллионов россиян вовлечено в проституцию, заявил член общественного совета по Москве Юрий Шарикович. Или Шарикович. 16 миллионов граждан России. Причем это считается и мужчины, и женщина, конечно. Так. А, ну вот еще один идиотизм. Посмотрите картинку. Посмотрели это объявление. Дебил. Так, в России, вот кто-то тут заметил. В России никогда не было никаких оттепелей. Ну, имеется в виду хрущевская якобы оттепель. Были просто кратковременные перерывы между репрессиями. Палачам тоже нужен перекур. Перекур, да. Да. Так, американцы обязали китайского владельца TikTok передать в соцсеть другому собственнику, американцу. Все. TikTok. На, посмотрим. Я на TikTok вообще не хожу. Тут написано, что TikTok'ом в США пользуется примерно половина населения, значит, я в другой половине. Так, Украина разбомбила еще 2 нефтебазы в Центральной России. И что тут... А, Смоленск, Воронеж и Смоленск. Так, что еще? В
Петербургской академии художеств преподаватель сломал нос коллеге. Они поругались, поспорили. Так, разбил челюсть и переносицу. Это академия художеств. Петербург. Новости культурной столицы. Великобритания в новом пакете военной помощи педераст Украине высокоточно передаст. Задолбили уже этим передаст, педераст. Передадут или не передадут, еще передадут только, в каком году неизвестно. Все они там передасты, начиная с Байдена. Так, новое блюдо, новый напиток изобрели. Кто изобрел? Китайцы. В кофе добавляют зеленый лук. Освежает в жаркую погоду. Я сейчас блевану. Честное слово, блевану. Так, «Газпром» решил спонсировать футбольный клуб в Венгрии. Для справки, «Газпром» потерял 84% европейского экспорта. Так, что еще? А, ну тут разговор между американцами, это у Довлатова кто-то нашел. «Наши дети становятся американцами, они не читают по-русски. Это ужасно, они не читают Достоевского. Как они смогут жить без Достоевского?» И все закричали, как они смогут жить без Достоевского? На что один из них, тут какой-то художник, сказал, Пушкин жил без Достоевского и ничего. Я, кстати, Достоевского терпеть не могу. Одни слезы. Так, все друг друга обнимают, обливаются слезами. Так, ладно, что еще? А, жаль, конечно, зама министра обороны. Такой молодой, ему бы еще красть да красть. Ну, это я пытаюсь шутить, типа. А, шутка Сталина. Скажи мне, кто твой друг, и оба поедете в Сибирь. Так, московский комсомолец передает новости столицы. В подвале в центре Москвы нашли 6 человек и резиновый фаллос. Ну, член. И последний у меня, слава богу, последний. Я сегодня отплююсь и буду, не знаю, с рыженьким пойдем гулять. Снимать не буду, сразу говорю, я гуляю для себя. Так. Предварительное подведение итогов. Так, а, вот что. Важно, сначала вот это вот, важно. Противник осуществил массированный пуск ударных БПЛА из района Сумской, Черниговской, Харьковской области. Это Z-канал пишет. Опасность подвергается Курская, Брянская. Опасности подвергается Курская, Брянская, Белгородская, Орловская, Тульская, Липецкая, Московская, Воронежская, Ростовская области. Так, и итоги. Долетело до Белгорода, Воронежа, Курска, Брянска, Липецка и до Смоленска, которого нет в списке. Ну так, украинцы долбанули. Мне самому до сих пор странно, что я вроде русский, а радуюсь, когда Россию зажигают, когда она уходит под воду. Да. А раньше говорили, что Америка уйдет под воду, половина Европы уйдет под воду, и только Россия останется как уголок, на котором найдет приют человечество. И вот с космоса показали затопленную Россию. На месте регионов вырос океан. Десятки регионов ушли под воду. И все это продолжается, ребят, это не закончилось. Конца края нет. А у меня конец и край есть. Все, пока. Когда я буду, ну это... У меня уже приговорка такая, когда я буду, понятия не имею.